Почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами HeadCrab, и мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Так, значит, в прошлой серии совокупились мы такие с Кейрой Мец, но, по-видимому, она отправилась в эту вышку, вот которую мы видим отсюда вдалеке. Она отправилась туда сама, к своему знакомому Александеру, который... В принципе, помер, но после себя оставил много интересных записей, я так думаю. Также я помню, что нас просил ворожей помочь ему в некоем обряде. Я, честно говоря, не очень люблю всякие обряды. Давайте посмотрим, что это за обряд. Надеюсь, мы в какую-то... Блин, в какие-то черные дела, блин, не будем вмешиваться. Я не очень люблю некромантию. На самом деле, я люблю избавлять людей от последствий некромантии. А тут попахивает чем-то с этими дедами, чем-то не очень приятным. Ну, все же, давайте посмотрим, что именно он хотел от нас. Да, вот вижу, тут уже люди собрались, черт побери. Там несколько лодок припарковано. Короче говоря, сектанты. Я не очень люблю сектантов, фанатиков всяких религиозных идиотов. Но послушаем, что он нам скажет. Ух ты. Травка. Привет. Подожди-ка. А, все, вспомнил. Он же хотел, чтобы мы где-то около полуночи появились. Тогда он этот обряд бы уже и провел. Не знаю, во что я ввязался. Надеюсь, что-то незначительное. Так, ну давайте... Немножко помедитируем. Окей. Ну. Лик на этом свете. Что за нею наступает, каждый сам из нас решает. Какая-то дьявольщина, блин. Предки явятся пред вами. Что им в тягость скажут сами. Я бы его зарубил прямо тут на месте, ну ладно. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Не бойтесь, я Мы сам боюсь. Мы начнем выкликать заблудшие души. О-о-о. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Так, а что это меня ждет, мне интересно. Ну ладно, давайте. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Какие-то психопаты. Мы за жизнь свою в ответе. Крафтник на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость скажут сами? Нам ждите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. О, ага, все вижу, вижу, вижу. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинут. Эх, мы легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Ясно слышу, мне не снится. Дух на чист спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам в свете ярко. Ах ты ж поганец. Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам в свете ярком.
скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Чертовщина какая-то. Так, где мышка вот? Кто ты? Он знает. Блин, мне это все больше не нравится. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Ух ты, вот это поворот. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии. Помоги! Блин, я и сам хотел с этим покончить, но, видимо, эти парни вовремя явились. Блин, я не хочу в эту чертовщину влезать, блин, потом избавлять, блин, от всякой нечисти после этих дурацких, блин, ритуалов. Нетушки. Давай, ворожей, ты мне и так не нравился. После того, как ты меня заставил за козой бегать, я тебя возненавидел, поэтому пошел ты в жопу. Я должен был защищать вас от монстров, не от людей. Тебе вопросов нет. Отойди. Разгоните этот сброд. Не жалейте плетей. И эти фанатики пошли не все, блин, по домам. Одни проблемы. Ворожей тебе доверился. Ты помочь обещал. Вообще-то, а что ты хотел? Чтобы я поубивал, что ли, этих ведьмаков, или кто они, блин, какие-то Ван Хелсинги. Да, от людей я точно тебя не обещал защищать. Я не соглашался убивать людей. Ну и ступай. Ворожею тебе незачем возвращаться. Ну и пошел в жопу. Так, ага, опыт получил, отлично. Задание выполнено, деды. Все, очистили, блин, от этих бесов в людском обличии это место. Давайте лут пособираем наш по праву. Распогодилось. Это прикольное выражение ведьмака Геральда. Ушка, цикатушка. Так, насколько я помню, я тут уже в принципе все исследовал в предыдущий раз, когда я посещал этот мини-остров. Так, ну с дедами тут все понятно. Мы с ними разобрались, ничего хорошего тут не получилось на самом деле. Ну и остается нам узнать, где Кейра, что она делает в этой башне. Она, в принципе, могла там сейчас что-то учудить. Опять же, какую-то бесовщину вызвать. Не хотелось бы. Эти духи, я их не люблю, от них избавляться. Оу, что это за толпа там ходит? Блин, и главное, ходят с троем прям. Организованная банда. Ну что, паскуда? Так, спокойно, ребятки. Спокойно, ребятки, иди сюда. Ой-ой. У меня проблемы с моим оружием. Спать. Кровь гуля.
какой-то 9 уровень гуля, и я особо, блин, это вот не напрягался. Они, в принципе, не пробивали мою броню. Как-то я не привык к такому. Что-то с этими гулями случилось. Или я уже так настроился на то, что... что эти водяные, блин, меня так мочат сильно, что гули теперь не особо опасны. Не знаю на самом деле, что именно, но что-то изменилось. Возможно, уровень влияет на устойчивость. Так, опять же, серебряный меч постоянно ломается, потому что мы его постоянно используем. Не так уж много у нас осталось ремонтных этих приспособлений. Не знаю, чем они отличаются. Дешевые используем. 89, почти 100. Поэтому меня это устраивает. Так, я отошел, в принципе, от, от главного, зачем я сюда приперся. Да, вот. Кейра, Кейрочка, что ты тут делаешь, дорогуша? Свет, в верхнем этаже башни. О, да. О, да. Свет далеких планет. Опачки. Кто-то спускается. А вот и она. Королева. Не сидится тебе? Вот, что у нее какие-то чертежи. Ну у как? В руке были. Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Свиток, как свиток. Себя чувствуешь? Выспался? Ты мной воспользовалась, а ну? Ты мной воспользовалась. Да что ты. Я воспользовалась случаем. Зная, что тебе просто нужны заметки Александера, я бы не стал снимать проклятие с Коломницы. Ну ладно, я вела себя не совсем честно. Но я же знала, что ты справишься. Чертовка. Ты вообще такой мужественный. Опачки, какой-то артефакт появился. Геральтик, не дуйся, а то я подумаю, что я тебе разонравилась. Так, шутки в сторону, что ты замышляешь? Я сюда не дурачиться пришел, мне надо знать, что ты замышляешь. Ну, конечно. Ты подозреваешь меня в самом худшем. А тем временем мои намерения чисты, как слеза девственницы. Конечно. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Ну, хоть тут правду сказала. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовит. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Сложный. Так, не знаю, не помню, что это за родовид такой. Я, как я говорил, первую, вторую часть я не проходил. А хрен с ним. Или ты слишком наивна, или снова пытаешься меня обмануть. О чем это ты? Родовид хочет одного, победить Эмгыра. Лекарство против чумы ему не поможет, значит, он либо сожжет тебя на костре вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупостей. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически все возможно, правда? Теоретически? Возможно скрестить Таксу с Волколаком. Хм. У меня нет времени на диспуты, Геральт. Я еду к Родовиду. Нравится тебе это или нет? Поверить не могу, что спал с тобой. Нет, все нормально, ты все из-за тебя. Я тебе не позволю. Кейра, я тебе этого не позволю. Может, ты готова расплатиться тысячами жизней за прощение? Но я не могу этого допустить. Я не позволю тебе забрать эти заметки. Прошу, не вынуждай меня. Заткнись и вынимай меч. Ух ты, супер. О, вот это поворот. Получай!
какая-то ты... Сучка. Так, где ты? А, все. Спать. Ой-ой. Все могло кончиться иначе. Да, ты мне не оставила выбора, Кирамец. Магия запретная, некромантия, уголь. Конечно, ничего особенного я с нее не взял. Да, время мы с ней хорошо провели, но, честно говоря, мне очень сильно не понравилось то, что она меня, во-первых, использовала. Во-вторых, слишком она напыщенно себя вела. И, видимо, у нее были в руках, была в руках какая-то разработка какой-то чумы, которая могла, конечно, сильно тут это вот сделать шороху в мире Ведьмака. Поэтому я думаю, сначала почему-то мне показалось, что я пожалел, что я ее убил, но с другой стороны, в принципе, не люблю, когда меня используют даже люди, тем более маги, тем более она чертовка какая-то тоже некромантией всякой занималась. Так, я в принципе это сделал, эту миссию выполнил, теперь мне переключилось автоматически на барона, на миссию барона. Ну, миссия барона, она пока что не очень меня привлекает, так как она находится далеко, эта миссия. Я, честно говоря, с удовольствием бы эти знаки вопрос тут поисследовал. Так, вижу, какой-то островок тут есть. Да, я вот так вот думаю, заплыву сюда и пойду по этим знакам вопросов. Поуничтожаю. 9 уровень, я думаю, сейчас тут могу уже себе позволить монстров даже 14 уровня валить, на самом деле. Так, поплывем так через этот остров. Прощай, Керамец. Ты была прикольной этим лучком. Но слишком уж напыщенный. Так. Тут я уже все собрал. Мышехвост. Мне кажется, я собирал эти мышехвосты. Вон какой-то островок, и я бы, честно говоря, его исследовал с удовольствием. Тут нет лодки где-то рядом, придется плыть вручную. Давай, давай, Геральт, налегай. Кстати, я вижу, у меня жизни потихоньку восстанавливаются. Сколько я помню, на это влияет какое-то умение, которое я прокачал. Жизни сами восстанавливаются. Спрятанное сокровище, вот это я неплохо попал. Только меня, знаете, что смущает, что на карте... Оно не было обозначено знаком вопроса, поэтому тут могут быть какие-то высокоуровневые чудища. И мне, конечно же, немножко сыкотно. Извиняюсь за выражение. Поэтому сохранимся. Так. Бомбочки на всякий случай дракона возьму. Так, а как... Я уже забыл, на какую клавишу, черт побери. Сейчас что-то придумаем. Оу, что такое, Геральт? Ты тут нырять собрался, что ли? Вот где-то тут сокровища. И странно, что их никто не охраняет. Испачканная кровью записка. Затопленный сундук. Ага, это еще было не сокровище на самом деле. А вот насчет сокровища мы сможем прочитать сундучок в свитке. Так, мне вот не нравится, что оно не в конце. Эти свитки появляются не в самом конце, они где-то там перемешиваются, хотя... Вот, вот то, что мне надо. А чтобы не забыть, место это островок с руинами здания или моста, построенного из красного кирпича. На острове остались следы лагеря. Нужно спуститься под воду, где видны остатки строений, среди которых находится сундук. Вот то, что мне надо. Значит, под воду.
А что это у меня? Не понял. Опять же, Тамара не переключилась, она у меня на задание. Блин. Ведьмачьи заказы. Охота за сокровищем. Вот. Затопленный сундук. А где он находится? Далеко, недалеко? А, все, рядом, отлично. Так, вот меня удивило, что никто не охранял. Ой, я ошибся. Их черт побери. Блин, тут негде. Отходи, отходи, Герой. Так, подожди. Блин, а что, уже нельзя отменить кидок, что ли? Я сейчас не хочу кидать, я их не вижу. Ага, на пробел отменить можно. Где ваша куча? Вот она. Отцу. Скотина. Ладно, вручную их отхерячу. Что это было, блин? Газы, которые воспламеняются при поджигании. Ну, а, блин. Охренеть. Ладно. Ой, хорош. Да они там сгорают прям. Просто мало места, с ними драться не очень приятно. Так, иди сюда. Так, давайте немножко жизни восстановим. А теперь моя очередь. Да, этот был у них самый, блин, такой толстый. Какого черта? Взял еще одну гранату, выкинул. Замечательно. Что-то мне эта граната не очень понравилась с тем дымом. Если бы она сразу воспламенялась, надо посмотреть, что это такое. Сон дракона, газы становятся при поджигании. Чем-то еще поджечь надо, огненный взрыв. А, ну в принципе знаком можно поджигать. Огненный взрыв, который может поджечь ближайший хоровый, уничтожает гнезда чудовищ. Какой-то слабенький, честно говоря, этот взрыв. Ну да ладно. Но зато мне танцующая звезда уже у нас нету, да? Танцующей звезды. А к черту. Зато я не особо жизни потратил, не оживлялся в основном. Чистенький из воды вышел. Так, вот тут что-то должно быть. И знаете что? Тут хорошо бы на всякий случай... Ой, а почему я не могу взять? Странно. Да, все-таки есть, тут есть эти поганцы. Мне нужен арбалет, черт побери. Минус. Минус один. Второй. Все? А есть еще один кто-то плывет, я вижу. Вот с этой стороны. Блин, он там под этими руинами. Да, он под руинами. Еще найти его надо. Нет, лучше всплыть сначала. Стоп. Еще задохнусь. Фу. Два поганца всплыло. А что, в принципе, всплывает? Вы сами знаете, что всплывает. Вот, где-то тут он ее видел. Вот он. Утопец. Хорош. А, он автоматом, короче, находит цель. Отлично. Так, и где... А, я выплыл из зоны. Так, мне главное теперь всплыть. Жмем пробел, не отпускаем. Все, все три поганца сдохли. Сейчас нырнем. Так. Где сокровища? Где сундуки?
А, все, вижу, 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 вижу. Геральт, разворачивайся. Блин, Геральт, что за проблема у тебя развернуться? Я понял, из-за камеры, блин, ни хрена не получается нормально тут развернуться. Блин, с воздухом проблема, надо быстро брать лут, а потом разбираться. И всплывать по-быстрому, Геральт. Геральт, пожалуйста. Давай, 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 давай. Еще немного, еще чуть-чуть. Ну вы поняли? Нет, я еще кое-что забыл. И там вот, и вижу... Нет, я отсюда не уплыву так просто, ребятки. Я пока тут не соберу весь лут, не убегу. Я уж сначала заберу, а потом буду разбираться. Охотничьи перчатки. Так, плыви, Геральт, дальше. Где-то тут я еще видел. Вот. Есть. Вперед, 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 вперед. Давай, блин, давай, дайвер. Там еще какая-то хрень. Забираю быстро. Успею, успею еще одну хрень забрать. И всплываем. Ой, тут прям под этим было спрятано. Так, надеюсь, больше ничего не осталось. Травка только соберем для полного фэншуя. Тут ничего не видать. Окей. Разберемся, чем мы тут по... Ух ты! Ух ты ж, юж ты ж, урон холодом. Дейтвен, реликт. Но у него нет никаких модификаторов. Но по своим характеристикам он лучше. И если я... Да, хороший меч. Я думаю, я им буду пользоваться, но после того, как сниму все модификаторы с этого оружия. Ага, то же самое я хотел сделать и с этой хренью. Я просто еще не добрался до нормального кузнеца, вот в чем проблема. После этого я смогу уже чувствовать себя более-менее удачно. Так, снимем эту галочку. Теперь нам нужно посмотреть, что есть тут. Неужели опять придется плыть, черт побери? Вот вижу еще одна башня какая-то неизведанная. Давай, Геральт, ты сможешь. Две, ух ты. А нет, 300 метров, в принципе, до моей метки. Хотя я, блин, плыву не в ту сторону, вот я идиот. Я просто, блин, идиот. Ладно, я думаю, это вырежу, это плавание. Главное, не устает гребсти. Пловец в пятом поколении. Кстати, плыву в те места, где я еще не был. На самом деле. Там есть, я помню, в этих местах миссия неплохая. Какой-то воин. Воин веры, что так называется. Там какая-то бабка, я помню, меня на повороте попросила выполнить. Какие-то статуи по дороге там подчинить или отремонтировать, не помню точно. Можно будет посмотреть на эту миссию. Сначала надо выбраться. Фу. Блин, неужели я доплыл? Сохранимся немножко. Так. Ух ты, я нашел сокровище под охраной. Еще не вижу, где. Где эти сокровища под охраной? Ага, вот они как раз там, где я... Куда я и направляюсь. Но там, конечно же, кто-то их охраняет, да? И звук не очень приятный. Блин, это что такое? Это духи.
Это духи, поэтому надо приготовиться. Так, и давайте намажем чем-нибудь. Проклятые. Призраки. Призраки намазали. Не знаю, что это за хрень такая. Но мне нужно что еще? Да больше ничего. Пойти рубить призраков. Что это? Вот он. Седьмой уровень призраков. И, кстати, они какие-то, блин, моторные. Куда убежал? Эй. Блин, она сейчас меня куда-то заманит. Не пойми куда. Да она телепортируется. Фу, минус, ну там еще какая-то толпа. Но и мне кажется, толпа это не призраки. Это волки, блин. Че, я с волками буду что ли драться? Нет. А, они сами захотели, чтобы я с ними дрался. А черт, зачем я оружие это запрятал? Иди сюда, твари. Как-то, блин, я не почувствовал напрягов. Возможно, я уже тут для этих мест over level накачал. Теперь буду чувствовать себя тут как король. А, вот. Да уж, какие-то совсем не страшные эти, блин, духи. Почему они меня атаковали, не пойму. Нет, там еще есть. Там еще есть. Разберемся. Я помню, когда первый раз встретился с духом одним на кладбище, вот это было, блин, нежданчик для меня. А эти, блин, настолько безобидны, что даже убегают от меня. Бедняжки. Просто от меня убегают. За одним пришлось там гнаться, хрен его знает. Сколько времени. Это чувствуется. Ведьмак, блин, бесстрашный, блин. Даже духи, блин, и всякие монстры меня боятся, убегают от меня. Такие, Геральт, пожалуйста, не убивай нас. А я такой, нет, ребятки. Пора вам на тот свет. Так, я понял, что тут есть какая-то лестница, да, и по ней мне надо подняться, да. Да уж, и тут, конечно же, что-то должно быть. Сера, офигеть. Новиградский длинный меч, неубедительно. Каэдвернский гамбизон, вот это что-то получше. Но если бы она была реликтовой, было бы лучше. Сапфировая пыль. Первый раз вижу. Давайте посмотрим гамбизон. Хуже гамбизончик, чем мой. Сапфировая пыль. Ну, видите, намазал, блин, нормальным маслом. Призраки сами начали разбегаться. Так что учите, дети, алхимию. Дневник Добромира. Блин, я ее читал, этот дневник. А что это? Ага. Да, это я, блин, помню. Я думаю, это продам. Подорожная грамота, это мне надо. Хозяйки леса. Я вот не помню. Мне кажется, это про тех ведьм на болотах. Возьми дитя юное невинное, отведи кривоухой топе, отыщи алтарь, посвященный хозяйкам, от его идет сладкая тропинка. Отправь дитя по тропинке, и пусть оно идет по сладкому следу прямо... Благоденница ни в чем не будет нуждаться это дитя, ибо хозяйки щедры. Стой под этот трон, произвести свою просьбу, и благоденница услышит ее. Ибо не слышит и видит все, что творится в их владениях. Если ты все сделал правильно, просьба твоя будет услышана. Блин, короче, там какие-то, блин, все-таки в топях настоящие злющие ведьмы. Ксеновокс. Да я даже не знаю, что делать с ксеновоксом. Я убил, блин, Кэрон Мэтс. И вот нафиг мне ксеновокс теперь.
Вот это я, блин, сделал, да, ошибку, наверное, убил Кирилл Миц. Возможно, она там еще по нашей сюжетной линии нам бы еще и понадобилась, но я думаю, тут есть сюжет и без нее. Я, по большому счету, я не жалею, что ее убил. Она, блин, реально меня использовала, обманывала. В принципе, там я ей присунул, и больше от нее мне ничего не потребуется. Колодца. Так, я хотел по знакам вопросов. Тут был. Сейчас, конечно же, я в какую-то деревню тут заберу. Вот, возможно, я в этой деревне найду кузнеца. Мне бы очень хотелось. Хотя это такие какие-то заброшенные деревни, даже без знаков отличия. Возможно, я тут ничего и не найду на самом деле в этой деревне. А почему я пешком хожу? Вы можете мне сказать, почему я ходил тут пешком, разгуливал? Когда у меня есть такая прекрасная лошаденочка. Лошадка, которая, блин... Ох ты, форсанули. Гули. Там, где есть гули, обычно бывает... 23 уровень. Вот это я попал, блин. Нет, я 23 уровень точно сейчас не смогу. Я могу, конечно, попытаться, но это к черту, это, блин... 23 уровень. Это что такое, блин? Что это за... деревня стежки? Блин, пошли вы в жопу с этими стежками. Я понял, мне дальше идти нельзя. А почему? Неужели мне... Да, вот сюда дальше идти, наверное, не стоит. Ну а тут я погулять могу, я вижу, тут каких-то гулей уже приходовал. Тут знак вопроса есть. Там есть чем заняться еще. Так, и давайте все-таки как-то обойдем стороной эту зловещую деревушку. Мне вот сюда... Нет, тут я был уже, вход в пещеру. Сюда хочу. Фу, ну блин, конечно... Потные эти, блин, 23 уровня. Чёрт. Пошла. Я их лучше как-то обойду. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Вы согласны? Да, мы согласны. Ну, я согласен. Я бы, конечно, мог там начать махать. Ой, что это такое? Кажется, с этими птицами я уже встречался. Мне кажется, что я смогу, в принципе, справиться, да? Блин. Какой? 77, 27, 22 уровень. Нет. Я точно, блин, как-то зачем-то, блин, прибежал в, в эти края, блин. И мне еще пока что не место, на самом деле. Уйди от меня, сгинь. Блин, да, от летучиц. Нет, ребята, я вижу там эти толпы. Я от вас убегу. Чё-то я, блин, тут себя не чувствую. Сухо и безопасно на самом деле. Не торопись. Спрятанное сокровище. Никого там не слышно пока что. Ага. Вот, не так быстро. Дезертиры, я обожаю дезертиров, ребятки. Сука! Убить, обобрать, остальное закопать. Убить, обобрать, остальное закопать. Ой, замедлять можно, отлично. На. Мутант. Что ты сказал? Тревога лошади абсолютно не боится этих людей, дезертиров. Минус. Так, что, не кажется или не начинают разбегаться? А, лучники. Вот этот с щитом еще неплохой такой парень. Но остальные, мне кажется, просто мясо. Да. Боги!
Блин. Вперед, 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 вперед. Нах, промазал. Еще? Что такое, сука? Есть, минус. Отлично. Ну и остался последний. Без проблем. Щит твой до жопы, парень. Реально. Пиздец. Пиздец тебе. Ой, извините, ребята, блин, что я вас побеспокоил. Вы же не злитесь на меня, правда? Вот я тут вот спрашиваю, вот молчат. Значит, не злятся. Ключ нашел какой-то. Мертвецы безоружные, это правильно. Ленинградские мечи какие-то, блин, дешевые. Благо у меня еще нормальная, это вот, поклажа на плотве, и я имею возможность... Ой, мог их взорвать тут, кстати. У кого-то они тут, блин... Кого-то они тут замучили. И благодаря этой большой поклаже я могу в себя всасывать очень много всякой всячины. Учитывая то, что эти дезертиры были невысокого уровня, я делаю вывод, что я зашел в ту зону, в которой я еще могу себя в тепличных условиях чувствовать. Согласитесь, это замечательно. Так, то я могу поджечь, взорвать. Но мы же не будем этого делать. Хотя, блин, а почему бы и нет? Давайте везде устроим фейерверк. Хорош, красота. Ломать, крушить и рвать на части. А что вы тут делали, вот мне интересно. Короче, этот взорвалась, блин, взорвалась бочка, и до сих пор еще осколки светятся, как можно использовать. Если остальные эти взорву, блин, бочки, тут вообще будет куча всякого дерьма. На самом деле. Так, это что там вдалеке? Химическая паста. Опачки, да тут, знаете что? Тут корабль затонувший. А как правило, там, где затонул корабль, да, там есть сокровища. Вы улавливаете ход моих мыслей? Да, дяденька, мы улавливаем ход твоих мыслей. А вот у меня есть ключ, а я не понимаю, от чего этот ключ. Неужели, блин, этого трупа что-то зависит? Почему он красным светится? Возможно, мне надо было с ним перед тем, как убить, поговорить, наверное, да? Побеседовать с ним, такой парень. Можно, скажи мне, куда мне вставить ключ, чтобы открыть тебя? Да, вот реально я не могу с ним ничего сделать. Это какой-то, видимо, какой-то баг. Ну, взял же ключ с него. Какого черта? Не только ключ. Так, где тут вещички новые? Обозначены знаком. Мясо взял, ну и что? Клыки. Всякие, блин, порошки. Порошков насобирал. Записка разбойника. Вот это мы прочитаем. В прошлой неделе напали мы втроем на прохожего. Выглядел он такой шмакодявкой, голос поднимаешь, а он и обмочится. Да только с виду все обманчиво. Он так мечом махал, что мне ухо отхватил. Олафу Гузна поперек разрубил так, что тот до сих пор сесть не может. Поперек. А Ивара так отоварил рукоятью по башке, что у него до сих пор перед глазами кружится. В конце концов, мы его зарубили, известно. Каждому смерть неминуча, коли врагов куча. Но казалось, что у него в мешке только пара крон была, и на пальце медное колечко, вот и все ценности. Выходит, грабеж не слишком доходное дело, раз мы больше травницы заплатили за лекарство, чем с него сняли. А тогда Улов и говорит, чего, мол, нам прохожим, прохожь подстегивать, подставляешь шею, когда
когда золото прямо в земле лежит на кладбищах. Да ты что? Труп защищает, защищаться не станет, так что риск никакого. Ждать целый день не надо. Пока кто-то на дороге приедет, ему пару дюжин людей уже лежит. Каждый награблен, отмечен. Ходи да собирай. Я вот тоже думаю, и думается мне, что Олаф дело говорит, с завтрашнего дня от большака станем держаться подальше, на могилы пойдем за добычей. Вот что они планировали сделать. Они планировали с мародерством заниматься на могилах. Ключ от клетки. Обычный ключ. Так, у меня появилось, кстати, задание. Мертвецы безоружны. Меня беспокоит, что я тут это задание не выполнил. Может, что-то изменится, если я взорву? Ничего, блин. А это что? Да, что-то изменилось, и типа там... А их тела что? Все тела, блин, красным горят, что ли? Точно какой-то баг? Нет, вот этих, тех, что разрубил, те упокоились. Да, давайте еще это взорвем. И вот что я хотел посмотреть, это задание, на самом деле, какого на уровня вообще. Может, сейчас его выполним. Веры, дикое сердце, кулаки ярости, гвинт, карт гвинт, мастер броник. За сокровищами, вот, мертвецы безоружны, 9 уровень. Используйте меч ученый, найти клад в катакомбах. Вот. 9 уровень, конечно, это притык, но мы сделаем эту миссию, да? Недалеко находится кладбище. Ну, вот, возможно, из-за этого трупов можно... Нет, трупов обыскивать нельзя. Ладненько, давайте направимся по этой миссии, выполним. Ага, ну тут всегда кто-то подвох должен быть. Это я не вижу, кто там впереди. На самом деле. Вот теперь вижу. Простые дезертиры. Это ты зря. Спокойно, вы чё, ребята? Вы чё, ребята, идите сюда. Ой, хорош. Оторву тебе башку, да в шею насру. Оторву тебе башку и в шею насру. Ой, хорош. Все, больше ты никому не оторвешь башку и в шею не насрешь. Дезертирчики. Вот там что-то валяется. Мне кажется, они собирались, короче, зарыть этот свой клад. Но я его нашел. Так, кроны, масло против проклятых. У меня уже было какое-то масло, зачем мне еще одно? Ультиматум меч. Чертеж доспехи Хиаль. Мне кажется, какие-то высокоуровневые доспехи. Охотничьи перчатки. Забираем все, не оставляем ничего. Задание выполнено, друзья. Перчатки к черту, а вот это интересно. Вот это стальное оружие. И, кстати, 6 уровень. Это просто замечательное оружие. С 3 дырочками. Куда можно ставить модификаторы. Урон офигительный для 6 уровня. Блин. Это место просто бесценно. Мощь Игни. Дополнительный урон при крит ударе. Ну, там отравление можно вызвать. Вот то отравление. Критический удар. Мне нужно шанс отбить из равновесия. О, да я сразу же ставлю этот меч. Я сразу же буду мочить черепушки людишек этим мечом. Я и могу и повставлять в него много чего. Так, рунный камень, распространите в пустой ячейке на мече, чтобы улучшить свойства клинка. Вызвать оглушение. Сила атаки. Мощь Игни, мощь Квена. Вызвать заморозку. Кстати, у него там что-то связано с заморозкой, нет? Дополнительный урон при критическом, шанс критического удара. Нет, у него ничего такого нет, не связано.
Зато есть три слота, блин. Мощарда. Выбить из равновесия. Выбить из равновесия. Этот камень лучше. Один камень лучше другого. Но я что хочу? Я хочу заморозку. Да. Кроме этого, я хочу оглушение. Или уже лучше дать ему из равновесия выбивать больше шанса. Да. Два. Три. Ну что, в принципе, тем остальным мечом я буду драться против людей. И так, чтобы удары мои, их, короче, пробивать их блок. Вот именно этот удар из-за равновесия вот как раз идеально будет. Просто идеально. Так, 81, 66. Ну вот этот стальной меч, короче, покоцанный. Не знаю, короче, мне надо успеть. Да я его менять буду, кстати. Если что, поменяю. Даже чинить не придется. Так, я думаю, на этом эту серию закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был HeadCrab. Пока-пока. До новых встреч, друзья.